Всем доброго времени суток, с вами Элисон Роллс, мы продолжаем проходить YouTuber's Life, и в прошлой серии мы наконец съехали от мамы! И мы теперь полностью самостоятельны и можем сами владеть жильем, но учитывая, сколько у меня сейчас денег, их нужно зарабатывать. Но это не проблема. Думаю, надо покушать. У нас есть только бутерброды. Ну, ничего страшного. Нам не хватает на что с вами? Нам вообще ни на что не хватает. Иди только, знаешь что-ка, поработай-ка за много денег. Ничего страшного. А потом мы с вами будем записывать, нам нужно еще купить консоль и... много всего, много всего. Пусть она там работает, видео как раз загрузилось, что-то там плохие отзывы, ай-яй-яй, как же так? Но всего 18 тысяч подписчиков, и мы переехали. Вы хотите почать? Не хочу с тобой чатиться. Что она за звуки такие стрёмные сейчас создавала? Ты такая грузная, ну позби. Я только сейчас заметила, что я в спортивных штанах, в белых ботинках и в золотой цепи просто, как рыперюга самая натуральная. Да не хочу чатиться, да отстаньте вы от меня. Я стану затворником, буду много видео пилить. Я хочу записать еще немножечко геймплея. Так, низкое разрешение, ничего нет, господи. Ничего, мы улучшим. Мы с вами улучшим все, я знаю, мы сможем. Целью нашей игры будет заработать миллион. Я думаю, на этом мы закончим прохождение этой игры. Начали запись. Смешной коммент. Не в тему, естественно. Профессиональный коммент. Нет? Я вообще не угадываю, что ли? Не смешной коммент. Не угадываю никак, о боже. Да, ты думаешь, мы из этого с тобой что-то сможем сделать? Мне бы очень хотелось. Как-то не очень. Кто это тут заходил ко мне в комнату, как к себе домой? Че, обнаглел, что ли, совсем? Я вот что, могу карточки новые поставить. Я про это совсем забыла. Например, давайте сделаем классное приветствие. Вот такое пусть у нас будет здесь. Что у нас тут? Ну, тут что-то особо ничего не открыто, ладно. Совет, критика, смешная критика. Почему смешная критика, а мордочка очень злая? Это странно. Теперь у нас есть новые карточки. А ты... иди, работай. Мы еще куда-то можем переехать, но мы себе это не можем позволить. Ой, я пошла работать хозяйкой. Я случайно не какой-то БДСМ-клуб пошла? Это как-то странно. Что еще за работа хозяйкой? Мне дали еще карточку. Ого, это слишком долго. Окончательный кредит. Вердикт, может быть? Может быть и кредит, откуда я знаю. Ну пусть будет формальное приветствие. Давай возьмем салата наберем. И еще хот-догов наберем. Будем толстеть. Давай пустим новую игру в свою жизнь. Хоть что-нибудь надо купить. Новое видео, новое видео. У нас есть новая игра. Прекрасно, это будет первое впечатление спустя 2 недели. Она никому не понравится, я знаю. Ну и что? Я имею право записывать первое впечатление когда угодно. Счастливое выражение лица. Типа... нашел пасхалку. Выпустили что-то, что я не могу себе позволить. Весело. Ну вот опять, что ты приперся-то? Вот ты в кино. Ты же подождешь, да? Пока я сплю. Прикольно, да? Чувак стоял возле моей кровати, ждал. Я не хочу тебя в спортивных штанах. У меня что, больше ничего нет? Есть, я же говорю. У меня хоть нервный тик. Прекрати это делать. Не надо, это смотрится страшно. Надо было посмотреть, кто топ-блогер. Нужно дружиться. Нужно подружиться с кем-то. Для этого нужно было посмотреть, кто топ-блогер. Вот так всегда в этих играх, вот так всегда. Что всем суперстар дружить, тут надо дружить. Издеваются они надо мной. Посмотрим профиль. Ты у нас никакой, понятно. А ты какая? Тоже никакая, да? А ты какая? Тоже никакая. А ты? Вы вообще, что ли, все какие бездари, что ли? Никто видео не снимает? Какой классный фильм, мне так нравится. Такая. Пришла. Ах, какой клевый фильм. Ну я пойду. Подожди, Ксюша, там ведь даже ничего не произошло. Я нормально, мне нравится. Новое задание. Это была попойка? Мы же просто в кино сходили. Блин, нам надо что-то сделать с компом. Потому что это вообще, конечно, какая-то шляпа. И мне что-то надо сделать со своим компом. У меня нет на это денег, это слишком дорого. Для ютуберов должно посетить мероприятие, да? А что это? Это то, что мне надо? Ну я пойду, да, чё? Как бы я не против. Тебе нужно программистом работать. Программистом. Такое ощущение, что мы можем все просто. Будь то работа программиста, да пожалуйста. Но будь то работа какой-то там хозяйки, да пожалуйста. Мы с вами какая-то прям разносторонняя личность. Все умеем, все можем. I'm feeling blue. Ты чувствуешь себя? I'm feeling blue.
Дабу, ди, дабу. Все, что ли? Это ты что-то хотел сделать? Взломать мой комп-то не получилось? Почему все как к себе домой заходят? Я за это деньги плачу. Перестань это делать. Отрицаю. Я отрицаю. Я не делаю видео за деньги. Вот я, например, точно не делаю. Все потому, что я молодец. Или очень глупая женщина. Мои принципы оставят меня без штанов, пожалуй. В смысле, мне не на что будет купить штаны. Это прозвучало ужасно. Мы опять идем на какое-то мероприятие? Без денег. Ну что, давайте найдем чувачка в очках с бородой. Будем с ним дружить, дружить и прям дружить. Наверняка нам понадобится записывать с кем-то кого. Вау, здравствуйте. Какая-то веселая презентация. Слушайте, даже в Sims не настолько ужасно это звучит. Я примерно вот так же слышу в своей голове эти все презентации, на которые я хожу. Это было невероятно полезное мероприятие. Просто вот... Я домой. Так нравится, как чувак там просто такой притесался к фотографии. Такой, типа, я просто тут постою. Просто в кадр попаду. Потрясно. Мне нужно понять, что это. Что за игра? На какую консоль? Nikosoft Xbox. Господи, мне придется пахать и пахать на эту консоль. Я не успею. Это ужасно. Я подведу человека. Мне нужно взять кое-что для моего компа. Какого вообще? Вот я что-то... Прекрати. Зачем он это делает? Хватит заходить ко мне. Это мой дом. Это типа намек на то, что хочешь, чтобы тебе никто не мешал. Купи себе отдельную квартиру. В этом, что ли, смысл? Сколько у нас времени? 40 часов. Давай. У нас еще есть шанс. Пожалуйста. Какая же дорогая консоль. Надо было вначале посмотреть, что это за консоль, прежде чем соглашаться. Господи, я работаю для этого видео больше, чем вообще мне за него заплатят. Это идиотизм. Где она? Это прекрасно. Мы забаговались в двери, как я это люблю. Я подведу человека так. Что мне с тобой делать-то, а? Господи, как же мне... Нас забаговало. Это хорошо. Да я выберу. Господи, я так перепугалась, думала, ну все, до свидосики. Заглючила, забаговала и все. Но нам повезло. Ну ничего, это ранний доступ, так что можно игре все это простить. Какие консоли ныне модненькие, ну-ка. Мы этого, видимо, не узнаем, потому что все залагало. Интернет? Оп. Вот, сработало. Мне она нужна. Она стоит всех моих денег. Ядрить, катить. Кто ж знал-то, а? Я, говорит, даже на улицу, даже не знаю, выйти погулять или остаться, чтобы поиграть. Пойти в задницу, например, из моей комнаты. Прекрати сюда заходить. Сколько можно? Боже, что у нее со ртом? Я должна стать звездой Ютуба только из-за этого рта. Посмотрите, как он двигается. Как будто она доширак ждет, когда заварится. Я должен проверить интернет-аукцион. С моей консоли? Этот человек пытается меня чуть-чуть обмануть, по-моему. Такой хитрый, знаете, под любыми предлогами ко мне заходит, лишь бы лапать все, что не его. Он скоро в мой холодильник, что ли, залезет, я не знаю. Давай, ютубер, я согласна. Крутой ютубер хочет, чтобы мы что-то, чтобы что-то там я записала. Я буду совершенно не против. Вау, как она кричит. Это забавно. А у меня нет ничего. Не в тему, но... Боже, все не подходит. Какой кошмар. Этот монтаж просто обречен на провал. Пили видосик, давай. Нам нужны денежки. Бабусечки, бабонечки. Боже, у нас уже 36 тысяч подписчиков. Мы растем как на дрожжах. Так, убийственный взгляд. Что-то выпустили там. Очень срочненькое. Там что-то... Давай-ка купим, ладно? Холл купили. Значит, и... Что-то там еще. 17 марта, 17, 17... Вот это значит, да? Шик. Что это значит? Ты сломался? Ты не хочешь больше работать? Я буду называть тебя дошираковое лицо. Ну иди поработай, я думаю, хуже от этого не станет. Почему у нас так... Вот я хочу тоже, чтобы в Москве были такие временные подработки, чтобы Ресси заработал. У нас так не работает. У нас эти временные подработки включают в себя раздавать листочки на улице. Листовки мы раздавали, когда в школе еще учились. Господи, эти долгожданные игры выходят и выходят. Я просто не успеваю. Зашибись, господи, 50 тысяч будут так, станет так близко, я их практически чувствую.
Загрузить влог? Ну, для этого надо на крутое мероприятие, наверное, сходить, чтобы загрузить влог какой-то. Кому интересны влоги, когда всего 50 тысяч подписчиков? Мне кажется, интересны влоги, когда у тебя миллион. У нас 50к! Я уже был известным ютубером, а комната стоила все меньше для меня. Мне нужно больше места, чтобы делать видео. Мне нужна собственная квартира. Это дорого. Ну, я думаю, что мы можем переехать. Месячная плата 320, но это нормально. Я решил, что перед тем, как переехать, я решил, что мне нужно сказать соседу. Я знаю, что надо ему сказать. Ты, вообще-то, наглая рожа, которая заходил ко мне постоянно, этим самым меня жутко раздражал. И он говорит, что я слышу, что ты хочешь переехать в квартиру, так как тебе нужно больше места. Ты уверен, что ты не хочешь, чтобы твой спутник... Чтобы я переехал с тобой как спутник жизни? Нет. Я нашел эту комнату для вас, и вы так мне отплатили. Я думала, что мы друзья, но я ошибся. Вы позволили успеху... Я забыла еще кое-что тебе сказать. Мне плевать! Ну нет, на самом деле мне не плевать, но просто, ну он такой наглый. Поверьте, я так не делаю, но я переехала в свою квартиру. Ура! И комп по-прежнему искрит. Yes. Новая шикарная квартира. Здесь я создал свою собственную YouTube-команду, нанял первого сотрудника своего канала, чтобы создать в 2 раза больше видео по уже количеству подписчиков. Господи, как это круто! Но мы этим уже с вами займемся в следующей серии. Ну, а с вами была Алиса Роуз, это был YouTubers Life. Увидимся в следующей серии. Пока-пока.